Смешинки, мы продолжаем проходить игру под названием Train 2 Complete Edition, а именно дополнение к Трейну 2 про гоблинов. О, как я не хотел продолжать проходить игру, но если игру уже начинал, значит нужно ее заканчивать. Это относится не только к Train. Также у нас Observes, Lure of Fear, Ghostbusters, как вы помните, что Indiana Jones 2, а не то, Lego Indiana Jones 1, что у нас еще там было незакончено из игр, Duke Nukem Forever, 30 лет, Ion Fury, Rage, который я тоже не хочу, потому что он однообразный. И постоянно какие-то у нас были... А, там гонки вот эти на машинках, которые мне нахер не сдались. Потом Call of Duty, Warframe, да? Четвертая, которая... Ну и, в принципе, все из такого, что я помню, я начинал, но забросил Cuphead, но я его полностью уже закончил. Ладненько, давайте не будем отвлекаться. Поехали. А, мышкой точно. Those despicable savages. We have to find Barbara to the triplets. Chances are they're still safe. Oh, what about this blistering heat? I'm boiling in my armor. Так, сначала, во-первых, нужно вспомнить, что да как мне. Я помню, тут собираются карточки, тут нет уже вот этого RPG-элемента, как тогда было. Так. Ледяной лук. Огненный лук. Ну, а пока с мечом. Как я понимаю, это у нас пустыня. Дракон схватил... кого-то или не схватил, я уже даже не помню сюжета. На самом деле я не помню. Ладно, для прокачки просто возьмем на всякий случай. Если это пустыня, что здесь может быть? Ну это я вижу закрытое какое-то место. Да, это пустыня. Так, это предчувствие. Можем уже вернуться обратно, но мы уже столько пришли, что и... Чтобы повернуть. Чина. Ты права. Нихуя не понимаю. Ладненько. Думаем, какие враги могут быть в пустыне. Это, как обычно, какие-то скорпионы, скелеты, червяки, змеи. О, какой-то гигант. Так, стопенда. Я вспоминаю, сколько я могу их всего. Кажется, 4. Ладно, плевать. А, это батут. А разве я не делал? Возможность. А, так я могу так прыгнуть, да? Один фиг, подожди. Но есть еще третья часть, и... я не знаю.
Ага, только могу 4 объекта создать. Что мне придумать надо? О! Ебись, колотись. Почему оно то нормально высоко прыгает, то вообще не прыгает никак. Как-то я не могу. Вот. То на. А, фиг его. Может, зависит от высоты? Можно просто немножечко сбалансировать, чтобы она в конце потом упала. Мне кажется, мне легче здесь уже башню построить. Падай. Вот и все. Вот и все. Чем вот это. Сколько я мучился. А, замерзшие стрелы, хотя у меня морозная есть стрела. Я вообще не помню, как смотреть информацию. А, да, точно. Сори, забыл. Это, кажется, инвиз. Незаметность. Да фиг его знает. Сколько у меня их? 2. Рывок. Взрыв молота. Я уже не помню, что я тогда вкачивал, и все равно. Кактусы могут ожить. А, не. В принципе, как я и говорил. Черви. Так, как бы мне на кактус не сесть? А я знаю как. О, я даже так могу сделать, нихера. Бля, ладно. Так, сорян, конечно, тебе придется. Ой! О! Вот и все. А, так я даже так могу, нихера себе. О! О!
Тихо, походу он у нас самый такой. А тут сейчас бац, так, и он умрет. Это плохо. Но здесь все равно хорошо, что здесь везде эти сохранялки. О, this place looks positively undiscovered. Promising. A ray of searing hot sunlight. It must be focused through a glass lens or something. Короче, она говорит, какой-то луч света падает на пол. Ой, мать. А Дев Ма говорит, походу нужно светом попасть в линзу. Все равно бы залез, какая разница. Ой-ой-ой, забыл. Подожди, а тут типа падает? Нет. В смысле? Я же открывал. Это на время еще открывается, оказывается. Окей. Зайбумба. Просто дело в том, что это у нас не растапливает херь. Зараза. Ладно. Ладно, думаем, что тут еще есть. Подожди, а к чему вот этот рисунок? По факту я могу просто сделать вот так, стоять. А что мне мешает вот так сделать? И пробежать в этот момент. Так, только нужно научиться контролировать. Тихо. Плевать. Главное, что я успел пробежать. Там плевать. Так, ну здесь уже понятно, что у нас ждет. Скелеты. Пауки. Я как Лара Крофт. Хоп. Пусть не все, но я достану что-то. Флип-флап. The hero's attention was drawn to the mural in the back of the room. Короче, герои попали в нижнюю комнату. Кто это? Гоблины. Some kind of goblin god? Это был король гоблинов, возможно. Вперед! О, нифига себе!
Ну слушайте, пока что локация сделана прикольно. Так они кидаются. Неплохо, слушайте. Ну, враги сделаны неплохо, на самом деле. Вот этим. И локат... Ну, блин, если бы они сбоку оттуда не выходили, тогда было бы прикольно сделано. Мне интересно, где моя двойная стрела? Вот. Воровка выстрелит две стрелы одновременно, если эти... Так, а тут есть оживляющий херь? Печально, нету. Понял, принял. Отсюда ж. А, ну хотя здесь все сохранилось, поэтому нормально. Отпустись ты. Ладно. А главное, чтобы рыцарь был жив. Потому что рыцарь довольно такое. А, не убиваешь же ты моего дьявола, да, блин. Так. Так, мне нужно как-то банку вытолкать. Давай, выкручивай банку эту сраную. Ха-ха-ха-ха. За что? Ладно, хотя бы более-менее ее поставлю как-то. Подпереть нечем, да? Так, вернись обратно. Что?
как обычно. Я должен успеть. Подожди, а можно маленький? Мне вообще нужна просто... Ага. Тихо, тихо. Где это стекло? Ладно, ради бога. Хоть так. Ой-ой-ой-ой-ой. Не заметил. Так, стой. Ловушки я не ожидал. Да чё ты... Что-то мне хотят там. Ага. Это на сколько? Аж интересно стало. Я понял. Головешку оставляем. Но в тот же момент мне эту головешку нужно вернуть сюда, как я понимаю. Хотя... Ладно. Просто картинки. Хотя на заставку сойдет. Так, осталось только понять, как вернуться обратно. Почему?
Там что, взрывчатка какая-то. Я этого не могу понять, как мне туда попасть. Так, главное, не ломается. Там посрать. Ху-ху. Ху-ху. Ни хрена себе. Да-да-да-да-да-да-да-да. Окей, так сойдет. Так, теперь осталось понять, в какую мне сторону это все дело надо. А выхода здесь нету, да? Да ёлки-палки. Ну за что? Оно просто вращается, я не успеваю запрыгнуть. Ладно, делаем другим образом. А, так я могу вот так просто сделать. Подожди, а что я... пронесло. Замечу, что у меня только двое осталось. Короче, я понял.
Наконец-то! Ты вернулся, наш замечательный друг. Наш замечательный друг, ты вернулся. Хотя давайте, может, я невидимку включу. Ну, типа, я невидимка. И сколько она перестрешается, интересно. Ну, а вот так вот. Так, как я понимаю, я должен выстроить мост. Спасибо за прием. Так, а ну обратно залезть я могу. Ladies first. Леди вперед. Вау-вау-вау, приятель, ну ты чего? А мы ведь только начали. Ну блин. Ну я залезть все равно не могу. Факт остается фактом. О, у меня уже время. Прости, Скорпион, мне пора идти. Успеет ли остынуть до ломания? Успеет. А это как? Ты офигел? Next. Ауч. Ой. В смысле он не умирает от этой херни? От шариков. Несправедливо. Так, подожди. Сейчас мне не очень так... Вот это что? Не очень вот этот нужен. Это чё? Ау. Да прыгай быстрее. На сундук посрать. Ого-го. А, да?
А дальше что? Дальше что? Дальше что? Ладно. Не суть. Давайте уже закончим, наверное, здесь, пока мы не зашли дальше в храм. Хотя уровень не закончился, поэтому вот погнали, да. Сложно. Вон. Так, а я паролей никаких не видел по пути. Короче, нужно где-то сюда. Что ему счастье, боже мой. Так, мне нужно стрелять или что? Подожди, голова. Во-первых, где она должна быть? Куда мне нужно, во-вторых, стрелять? Тупые головоломки. Ты можешь повернуться нормально, окошечко. Вот так вот. Так, может, я голову куда-то могу вернуть? Хотя постараться на эту голову. Понимаете, вот проблема в чем? Я не могу это зеркало сам настроить. Давай еще и оп. Давай, давай, мы сможем. А, нормально, сойдет. Так, а так ты достреляешь? Ага. Ага. Сейчас меня оно как убьет, этот лазер. Ну, где-то так, да.
Как я должен контролировать, я не понимаю. Как я должен контролировать открывание этих дверей? А, мне легче уже так будет делать. Наверное, самое сложное здесь понять, что от меня хотят. Вообще не шарю. Дело в том, что я не вижу, где здесь зеркало это. Ну? Или я должен чем-то иным стрелять? Бля. Иди ж ты ж пассатишь. Только теперь вопрос, а что от меня хотят? А от меня что хотят? Ага, змей скорпион. Все. Спасибо, что сломали мне мой монументик. О, боже. Сейчас он нормально крутится. Ясно. Боже, как же это бесит. Тупо неконтролируемо стекло. Как я тогда стрелял вверх? Я уже не вспомню. Нихера так. И убить можно. Ненароком. Еще немножечко сюда. Я теперь не могу настроить зеркало, это тупое. О, ладно, хотя бы так. Не буду мучиться, хотя бы так. До свидос. Тупая гробница.
Хотя бы так. Хотя... Посмотрите на эти звезды. It's nice to be cool for a change. Ну, по идее, все. На этом мы можем с вами закончить. An earthquake. How about we retreat for a change? Ху-ху-ху. After the goblins had attacked the kingdom, the heroes of the Trine had been spirited away to a forbidding wasteland. The heroes' trek through the blistering desert had taken them out of the frying pan and into a digestive system. An enormous worm had emerged from underneath the treacherous sands and swallowed all of them alive. Короче говоря, гоблины, атаковавшие королевство, герои Трейна хотели выследить их, а герои получили какую-то ручку и предложение чего-то. И в конце их сожрал здоровый червяк. Ладненько, давайте на этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.